Снова еще раз привет всем. Я там в видео кое-что забыл сказать, хотя написал в комментариях, но может быть не в комментариях, а в описании. Может быть, в описаниях не все заглядывают, поэтому хочу добавить, что розыгрыш состоится 30 ноября. Вот. Ну и попутно я, значит, хочу вам показать результат моей работы. Все я помыл, все я почистил. Там было забито, там было непонятно, с чем кофе туда попало. Что-то такое вот липкое, сладкое, наверное. Не знаю, вода может сладкая. В общем, непонятно что. Но все это вымыто и почищено. И, значит, результат у нас вот такой. Я сейчас вроде бы все настроил, кофе засыпал, нажимаю кнопку, и сейчас теперь я слышу, что кофе мелится. Вот, и посмотрим, значит, идет ли кофе. Да, кофе идет. Идет именно кофе, а не чистая водичка. Вот. Поэтому все получилось, все нормально. Единственное, значит, что теперь нужно. Я это еще не прикручивал специально, потому что это все нужно хорошо вымыть. Тут тоже вот от кофе. Причем я говорю, что, блин, скорее всего, сюда, блин, ливанули чего. Было все такое непонятно. Вот. Вот это вот все мы помоем. Здесь нужно будет, конечно, тоже все вымыть. Здесь лоток этот уже вымыт. Вот. Ну и можно продать. Я еще не смотрел, сколько такая машина стоит. Но хочу вас уверить, что в рабочем состоянии такая машина, помытая и чистая, будет стоить порядка сотни. Вот. Порядка сотни. Запросто я за нее возьму. Так что вот такие. Ну ладно, долго не буду затягивать. Это видео я сделал, в принципе, только чтобы коротко показать, что машина все-таки рабочая, хорошая, и сказать дополнение к розыгрышу. Значит, 30 ноября у нас розыгрыш. Ну и будьте готовы. Тем не менее, заходите и до. Смотрите видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем удачи.